Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. И у нас окончание турнира. Забираем свои награды. Мастер 2 звезды, причем тебе скажу больше, до 3 звезд мне не хватило всего лишь одной победы. У меня кончились откаты, у меня кончились доллары. В общем, ребята, и было обидно, очень обидно. Всего лишь одного боя не хватило. То есть 9 ступенек мне нужно было перепрыгнуть, и все, я бы был бы в Лиге Мастеров 3 звезды. Ну, что сделано, то сделано, а мы с вами смотрим. Так, 9000 сюриков, ага, 45 ДНК на Леонардо Классику, 90 золотых осколков и 65 платиновых. А это говорит о том, что мы сегодня переводим с тобой одного из персонажей в платиновый ранг. Я ведь уверен в этом. Больше... Да, ух ты! Так, Крис, Карайка, Змейковью, Змея-Карай, Паукус... Ёлки-палки, Сплинтер, Тигриный Коготь, Ванюша, ё-моё, Нейтрализатор. Ох, сколько, ёпр, ничего себе. Ух ты, мы можем поднять ранг Рафаэлю. Мы можем с тобой, так, подожди-ка секунду. Мы можем, мало того, что поднять ранг Рафаэлю, мы можем еще поднять ранг Рафаэлю классическому. Ой-ой-ой, и Микеланджело у нас получит 5-ю золотую. Ёпрсете, нифига себе, вот это да, вот это вот удача. Ну что, во-первых, давай определимся, кого нам перевести в платиновый ранг. У меня были, как говорится, идейки поднять либо тигра, либо сплинтера. И я все-таки, наверное, переведу тигриного когтя. Да, друзья мои, я его переведу, потому что он у нас уже старый боец, проверенный. Я думаю, что он заслуживает именно этого. Ну что же, все у нас хватает. Так, 10 тысяч. Так, подожди-ка. 10 тысяч сюриков и 400 платиновых осколков. Да, все хватает, ребята. Ух, ядрить тебя на корень. Это четенько, друзья мои. Это очень круто, да? Тигриный коготь. Да, он со мной согласен. Так, ну, кстати, по сюрикенам у нас тут выбор. Ага, здесь не хватит у нас. А здесь и здесь... А нет, здесь нужно 10 тысяч мутагена. Ну что же, поднимаем с вами ранг нашему Микеланджело фильм. Развиваем его, и он получает... Да-да-да, 5-ю золотую звезду. Оу, у него открывается новый скилл. «Никто меня не остановит» называется. Майки удивительно ловко бьет врага ногами. Увеличивает силу атаки на 50%. Вот почему у него... мощный такой становится удар. Понятно, друзья мои. Это превосходненько, на самом деле. Но нам нужно еще заработать с тобой сюрики. А это очень тяжело сделать. Очень тяжело сделать, чтобы... Ну-ка посмотрим, у нас тут с тобой... Вряд ли я, конечно, смогу насобирать. Но давай, как говорится, с миру по нитке. Может быть, что-нибудь у нас получится. Сколько там нужно? 9 тысяч, да? Блин, 9 тысяч сюрикенов. Слушай, ну это очень много. Я так по соточке запарюсь тут выковыривать, если честно. Вряд ли, конечно, у меня получится. 140. Так, сколько у тебя тут? 70. Так, у Микеланджело 88. А где еще? Где еще у меня? Так, Острозуб 105. Не, ребят, ну, не хватит. У Макмана 280, отлично. Так, 6 тысяч мы с тобой всего лишь набрали. И, по ходу дела, все на этом. Блин, ну это плохо. Я так хотел сегодня, думал... поднимем с тобой по рангу, да? Но не получится. А они у нас, ребята, перейдут. Ну, ты сам понимаешь. Из серебра, как говорится, в золото. Ну что же, я оставляю выбор вам. Ребят, пишите мне в комментариях, кого из этих четырех персонажей мы с вами будем поднимать в золото. То есть у нас Рафаэль оригинальный, Рафаэль классический, Бибоп кролик и Микеланджело оригинальный. Да, вот кого-то из четырех. А мы когда накопим с вами сюрикены, обязательно будем переводить. Ну а сегодня, как говорится, по стандарту мы с вами идем на арену и начинаем бустовать. Кстати, у нас будет разыгрываться Донателло классический. Ну вот что я тебе могу сказать. Да, стоит, наверное, побороться за него. Ну что, приступим потихонечку, да? И у нас тут, ну, в принципе, можно любого брать, без разницы. Они все равно здесь для нас легкотня.
Так, Леонардо 12 уровень, да? Бакстер Стокман 12 и Караечка 15. То есть для нас здесь вообще все на изи. Откат произошел буквально, ребята, часик назад. Так что я думаю, у нас есть с вами шанс сегодня далеко-далеко упрыгать. Минус. А ну-ка, отлично. Так, ну-ка, Рейк, успокойся, ну серьезно. Ну что ты делаешь, а? Что балуешься здесь в конце-то концов? Да, друзья мои, первая победа идеальная. И таких будет у нас еще впереди очень много побед. Где-то до середины игры, скорее всего, если у нас не встретится какой-нибудь супер-пупер сильный противник. Потому что Леонардо я взять не смогу, откатов у меня нету. Как видишь, ноль. 56 долларов всего лишь. Ну, я думаю, для нас это не помеха. Так, ну тут тоже можно выбирать любого, в принципе, ничего страшного не будет. Ну и мы с вами выбираем. Так, Рафаэль Космос, Донателло и еще один Донателло, отлично. Я думаю, с этими ребятами мы довольно легко справимся. Так, Бибоп Кролик, Карайка и Хан. Ух ты, Хан, первый начал выпендриваться, ну ладно. О, минус Караечка, давай массовую атаку с тобой бомбанем. Ага, выжили, голубчики, на тебе. Так, Бибоп, успокойся, пожалуйста, а. Иди, отдохни, поспи маленечко. Идеальная победа, мы двигаемся с вами дальше. Многие ребята пишут в комментариях: Рэй, а где видосики, где видосики? Ребят, я же вам объясняю, что я еще работаю, и поэтому, когда у меня наступает выходной, именно в те дни я могу что-то снимать. А до этого, ну никак, работаю. Иногда даже, когда нету работы, ребята, я просто отсыпаюсь, высыпаюсь, чтобы чувствовать себя великолепно. Ну что же, мы уже с вами в Лиге Воинов 3 звезды, что-то мы так быстро с вами летим. И это хорошо, кстати, это очень хорошо, что мы так быстро продвигаемся. Значит, мы, может быть, сегодня даже зайдем в Сёгуны. Мы обязаны с вами туда залететь с распростертыми объятиями, чтобы врагам назло, как говорится. Так, ну что, у нас здесь Бибоп, Бакстер Стокман, Эйприл. И начнем мы, наверное, с Криса Брэдфорда. Накося. Минус. Так, бросим бомбочку. Ну, атака будет слабая, но главное, что будет. Так, добьешь? Молодец, Донни. Давай своей попой. Эй-эй-эй-эй, Бибоп, Бибоп, что ж ты? Ай, Эйприл, успокойся. Бибоп все равно конец. Как бы ты тут не хиляла, как бы ты тут не выпендривала, все равно мы вас уничтожим. Идеальная победа, и мы с тобой идем дальше. Где-то самый смак начнется у нас с Лиги Сёгунов. Нет, даже с самураев. Ну а пока мы находимся в элите, 93-я позиция у нас. И... ух ты! Здравствуйте, приплыли. Уже 29-е уровни противников? Это серьезно, что ли? Я еще, по-моему, даже 30-х не отыграл, а они уже мне тут... Ну-ка. У меня 34 уровень, а тут 29. Ребята, мы с вами на грани фола ходим. Потому что, не дай боже, какая-нибудь любая промашка, и нас тут отмутузят за милую душу, поверь мне. Особенно вот этот вот Рокстеди и Хан. И Хан почему-то ходит первым. Бумс, вот об этом тебе и говорил, видишь? Очень много урона нанесли. Так, Кирби, ты нам здесь как бы не нужен, если честно. Ну-ка, бортани его. Отлично. Так, теперь бы нам... наверное, Хана, потому что он может, друзья мои, сделать дебаф. Ну давай, 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 шинигами, пожалуйста, уничтожь его. Ну, да ладно. Блин, сейчас этот псих, он может, кстати, встать в провокацию. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй, больно. Больно, шинигами очень сильно досталось. Давай-ка мы с тобой хлебушек пожуем. Немножко восстановим себе здоровье. И бомбанем. Донателло, на тебе. Что такие удары-то, а? Липовые. А ну-ка, шайбой, если ему промеж глаз. На. Да все равно он живой, а. Промахнулся. Добивай его, Пит. Ну что, Рокстеди? Отлично. Ты видел, сколько саблезуб у него? Отнял здоровье ударом своим хвостом. На. Слушай, ну какие-то бои затяжные пошли. Что это за дела такие, я не могу понять. Ладно, главное, что мы справились с тобой. И сейчас посмотрим, переместимся. Хотя вряд ли. 93-е, да, мы с тобой приземляемся на 5-е место. Ладно, не стоит горевать. Уже 30-й уровень. Блин, что-то слишком быстро мы с тобой тут догнали наших противников по уровню. Очень быстро.
35-й, 36-й, 40-й. Ну, хотя, в принципе, 40-е уровни должны здесь справиться, помочь нам, так сказать, с ними разобраться. У нас есть массовая атака у кожеголового, причем довольно неплохая. Ой-ой-ой-ой. Это кисло. Так, у нас есть Шреддер, который может отхилять их всех. О, они еще и ускорение здесь поставили. Но у нас есть Рафаэль, который тоже может хильнуть. Донателло может стать вправо. Блин, я не знаю, с кого тут начинать. Давай так, наверное, бомбанем. Бумс. Так, ну как уж головы, не подведи, пожалуйста. Да ладно. О, массовая атака от Шреддера. Мы выстояли. Так, Донни надо убрать. Отлично. Так. А, он просто выстрел делает. Я думал, сейчас будет бежать на нас. Но все, ребят, тогда тут победа будет за нами. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Промахнулся, отлично. На тебе, в лобешник. Да успокойся ты, лезет тут. Давай его. Хопа, все, ребят. Победушка за нами. И мы с тобой переходим уже, судя по всему, на следующий ранг. У нас был трехзвездочный, да? Подожди-ка. Или я что-то путаю? Не, ребят, мы уже в элите. Вау, в элите 2 звезды, 43-я позиция. То есть через один бой мы с тобой будем в элите 3 звезды. Так, берем у кого, конечно же, больше всего кубков. И это будет у нас Максим. И как видишь, уровень здесь тоже не кислый, 33-й. А у меня, по-моему, 30... А, уже 40-е. Все, тогда на изи, ребят, тогда на изи мы их разберем. 40-е уровни, ты сам прекрасно знаешь, против 32-х. Но опять же повторюсь, что если у него прокачаны скиллы, то мой 40-й уровень тихо может отгребсти. Надеюсь, этого не случится. Опачки, так, неплохо. Давай-ка я сделаю, наверное, вот это вот. Не очень сильно. Так, добьешь? Молодец. Так, а если я брошу гранатку? Ага, Крис Брэдфорд. Тихо, тихо, тихо ты. Подкреп сделал, да? Так, а этот поджог делает. Ну, как видишь, ничего не помогло ему. Так, у Рафаэля минус меткость. Этот крит или ускорение? Крит. Просто бомбанем. Эй, добивай его. Да ну, хорош, ты чё, Роквелл? Ну а ты как, Бибоп, тоже будешь? Совсем плохо, ребят. Совсем все плохо. С какого перепуга ты так плохо бомбишь, а? Ну-ка. Вообще не можем попасть. Хорошо, сделаем тогда защиту. Сделаем с тобой дополнительную защиту и вот так вот бомбанем. Почему промахиваем? А, уклонение стоит, ё-моё. У тебя что, такое крутое уклонение, парень, а? Ну-ка скажи ко мне. Да нет, не настолько крутое, все-таки мы его пробили, но пришлось, правда, по разику их бомбануть. Ну ладно, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Уровень будет, я так понимаю, только расти, а мы с тобой уже в элите 3 звезды, и у нас 60-я позиция. Окей? Так, абсолютно все одинаковые, тогда я буду брать кто послабее, а это будет у нас, наверное, Аниса. Да, возьмем ее. 31-й, 32-й уровень, да? А у нас с тобой, ну, 40-е левелы, так что... Тем более не забывай, что есть Леонардо оригинал со своим супер-пупер уклонением. Правда, это не прокачанный скилл, но если понадобится вдруг, да? А ну-ка, вот так вот мы с тобой сделаем. Да-да-да-да-да, конечно, конечно, ага. Разогнался. Бросаем баллончик с тобой. О, шикарный. Ну, Макман, давай, как всегда, сделай дело. Ну, в принципе, у него все получилось. И бросает пиццелицей свою плюшку. Да, друзья мои. Уничтожаем противника с помощью ее. И двигаемся с тобой дальше. Так. Ну и, надеюсь, мы перейдем с тобой в следующий ранг. Уже, да? Уже в самураях. Ты представляешь, как быстро мы с тобой продвигаемся. Так, ну, что у нас тут? Ну, Райан, по ходу дела, да, будет следующий. Но, смотри-ка, уже 41-й уровень здесь. Скорее всего, нам придется звать помощь друга. 41-41 уровень, 40-й. Охо-хо-хо-хо. Хотя Крэнк здесь есть. Есть у нас Крэнк. Давай поставим с тобой нашего супер Шреддера. Надеюсь, его на супер лечение нам здесь поможет. Тут, конечно, нам нужно уничтожить кроликов, наверное, в первую очередь, я думаю, да? Сделаем с тобой массовую атаку. Хил есть у них там, кстати? Я что-то не посмотрел. Есть, это Эйприл. Это Эйприл. Так, ну-ка вызываем дурачков из другого измерения.
Кролики еще живут. Наверное, мы будем их уничтожать. Ну, молодец. Так, снимает дебаф, которых, кстати, и не было вовсе. Вот что сделает финальную точку, я думаю, да? Ну-ка, Крэнк, не подведи меня. Ну что ты? Ну... Эй, ты успокойся. Ты второй раз за сегодня лажаешь. Так, успокойся, тебе сказал. Причем здесь два шреддера, да, есть вот такой и супер шреддер. Я только сейчас на это обратил внимание, что у нас в команде два шреддера. Ну, на тебе. Слушай, что ты так бомбанул кисло, а? Крэнк. Вау. Рафик фильм. Кстати, если не ошибаюсь, нам на Рафаэле нужно найти всего одно ДНК, и мы тоже можем его перевести в следующий ранг. Можем же, да? Мы майки с вами перевели? Перевели, да. Остается еще Рафаэль. Ну что же, здесь у нас покупкам все одинаковые. Возьмем, наверное, с тобой Джив. Возьмем с тобой Джив и будем смотреть. 37-й, 40-й уровень. Ну, в принципе, здесь еще терпимо. Здесь... Хотя... Слэш плохо дерется, да? А Рокстеди тоже так себе. Давай возьмем Микеланджело. Микеланджело фильм. Заодно и проверим, как эта вертушка его действует. По кому? По сплинтеру вдарить? Давай по сплинтеру. На-ка. Слушай, неплохо бомбит. Это при том, что не прокачано. Так, тихо. Вот, наверное, нам, блин, Эйприл нужно тоже уничтожать. Пробьешь, интересно, или нет? Нет. А если так? Да чтоб тебе, сейчас захиляется или не успеет? Нет, она не успеет, ребят. Слышь, ее задавит. Угу, получает дополнительный баф от сплинтера. Нам надо, наверное, с тобой... Блин, этот может поджечь, этот может маузер выкинуть. Попробуем Бакстер Стокмана наказать. Ух, шикарно. Так, валун. Пхе, промахнулся. Сплинтер крепок. Причем у него нет контратаки. То есть не прокачан этот скилл, получается, да? Тогда хана ему. Так, дальше берем с тобой, наверное, Рок, кстати, в оборот. Ну, слэш, ну какой... Во, молодец, двойную атаку сделал и все получилось. Так, я остаюсь добить на Микеланджело. Да чтоб тебя! Ну, давай так сделаем. Все, ребята, ну, ты сам все прекрасно видел, отлично получилось. Хорошо, что я взял Майки, в принципе, от него как бы тут толку не было. Но все-таки как хиллер, да? Немножко здоровья он бы мог восстановить нам. А мы с тобой переходим уже в Самурай, две звезды. Что не может не радовать, и плюс... 61-я позиция, так что продолжаем поединки. Влад, Михаил и Махмуд. Вот даже как. Ну, берем, конечно, с тобой Влада. Берем с тобой Влада. Так, и... Ой-ой-ой, у него 46... Ох ты, 46 уровень. Слушай, ну здесь уже... Ху-ху-ху. Так, погоди. Возьмем нашего новоиспеченного платинового тигра и плюс ко всему Ваньку-стиранка. Я думаю, что эти ребята просто здесь покажут супер-пупер-класс. Я даже в этом почему-то не сомневаюсь. Ну что, тигриный коготь делает свой выстрел. Можно было бы, конечно, лучше, но еще не получилось у него. Так, Алапекс, ты сможешь Донни уштать? Могла, молодец, красавчик. Так, делаем с тобой ударчик. На-ка, блин, Ванька выжил. Ну, это все фигня, что ты тут делаешь, Микеланджело. Ну, Ванюшка, давай, отыграйся. Красавчик, Донни. Молодец, Рокстера ушатали. И остается Донателло. А, давай, вот так вот его просто пошинкуем. Все, ребят. Фу, ну опять же, повторю, мы взяли с тобой два персонажа 60 уровня. И ты видишь, как мы их разбирали? Не то чтобы на изи, но тяжеловато было. Ну что же, уже скоро Самурай 3 звезды у нас будет. Так, Райан, ну это понятно все. Кого будем брать? По кубкам лучше брать ноунейм. Ноунейм, в очочках, все дела, девчули, красотуля. Берем с тобой Лео, Донни, Рафа, Эйприл и... Не-не-не, Рокстеди, подожди, ты не суйся сюда, пожалуйста. Мы с тобой возьмем, наверное, Тимати. Почему Тимати? Потому что он провокатор. Пока он будет у нас стоять в провокационной стоечке, да, мы будем с тобой разбирать этих ребятульки. И как раз начнем именно с нее. Давай, подразнил своей сракой. Отлично, молодец, красавчик.
Так, меткость понизили. Да это ерунда, в принципе. Давай массовую атаку, Лео, вжаривай. Неплохо, можно было бы и лучше. Так, нам надо с тобой убирать Леонардо в первую очередь, потому что он и по атаке силен, и плюс еще как хиллер идет. Ну-ка, если мы сделаем вот так вот. Рафаэль, давай, вжаривай по полной программе. Бу-бух! Нормуль. Тихо ты. Видишь, о чем я тебе и говорил. Надо его... Нет, давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Хотя надо было нейтрализатора уничтожать. Ладно, терпимо. Ну, ты видишь прекрасно, да, что он выдерживает все атаки. Гранаты тут ничего нам не сделали. Добиваем, нет? Да, добили. Провокацию мог бы также Лео взять, но он слабее будет, чем Тимати, согласись. Рокстеди падает и... Давай вот так вот сделаем с тобой. Добьем, интересно, Криса? Не вышло. А так, все. А причем ты заметил, что Тимати очень долго стоит в провокации. Два хода как минимум был, и до сих пор еще не спал у него. Ладно. Ребят, мы с вами в самураях уже 3 звезды. Ранг у нас 51-й. Офигеть. Так, а здесь-то кого нам взять, а? Я возьму, наверное, Ламеля. Я возьму именно его. Тут 43-46 уровень. Блин, у нас полтиннички. У нас полтиннички. Да должны мы разнести. Тут Донателло, причем еще заметил, в бронзовом ранге 3 звезды. Первая, как говорится, первая жертва у нас будет. Массовую атаку, конечно же, от Микеланджело. Так, атаку понизили. Шредер, давай-ка, пожалуйста, супер свою атаку массовую. Ой-ой-ой, как отлично. Ну-ну-ну-ну-ну, Бибопчик, успокойся. Мы, наверное, с тобой уничтожим в первую очередь Леонардо. Попытаемся, ну-ка. Изи. Дальше нам, наверное, желательно... Нет, Тудони... Вот, Бибопчика попробуем сейчас заквасить. Ну, Эйприл. Ай-яй-яй. Донни бросает шар. Это кого они, Шредера все бомбят? Точно, они хотят мне ушатать его. Вот доп защиты — это плохо. Поджог. Так, мы можем с тобой снять, в принципе. А что, замедление? Да, ну не будем, ребята, ничего снимать. Будем просто атаковать с вами. Давай, Лео. Не вышло. Айси, кинь веер. Да ладно. Айси, так. Шредер, ну ты-то должен отыграться, ё-моё. Чё за фигня? Один против всех стоит. Смотри. Фу. Рокстеди только смог добить. Нифига себе, он такой живучий был, ты видел? Все по разику ударили, и ему хоть бы что. Мы по чуть-чуть отнимали, конечно, здоровье, но чтобы так вот резко его положить, не получилось. Ай-яй-яй, еще до сих пор в самураях, но на первом ранге. Так что мы перейдем с тобой в сёгуны. И здесь у нас кто? Что? Где? Джо. Давай выберем Джо с тобой. И будем... Так, тут уже 50 и 51 уровни. Ай-яй-яй, а у меня полтиннички еще до сих пор, кстати. Ха-ха. Армагон. Главное, чтобы он успел. Главное, чтобы он успел сделать свой удар. Массовый, да? Как говорится, валуном. А иначе будет бобо. Ну давай, Армагоша, не подведи меня. Красава. Просто красава. Молодец, он просто спас моих вот этих всех героев. Отлично, молодец. Ничего плохого он не сделал, только лишь на отлично справляется. И мы с тобой переходим в сёгуны, 58 место. Угу. Так, ну что у нас тут? Леви, Аниса, я буду смотреть по уровням. И я считаю, что самый слабый из них, из всех, это будет, наверное, Джером. Это будет у нас Джером. Давай так, так. И опять же, без сильного я здесь не справлюсь. Может быть, нам Донни взять? Давай Железноголового. В принципе, он и провокатор неплохой, да. Ну и ракеты свои тоже он любитель побомбить. Но мы ходим с тобой не первый. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, родные мои. Это большой риск у нас на самом деле. Давай-ка мы, наверное... Так, а где у нас ускорение? Вот это, по-моему, да? Так, нет. Вот оно, по-моему, да? Да, вот это ускорение мы с собой влепим. Хопа, отлично. Так, дальше нам нужно кого? Пита, по идее, надо валить. Ага, не вышло ни шишарики. Крысы побежали от крысиного короля. Замечательно, Пит уже буквально, ребят, готов сдаться.
Да чтоб тебе! Ну чё, чё, железноголовый, давай, блин. И как раз этот поставил защиту, а? Как раз этот поставил защиту дополнительную. Так, замедляшка плюс убивашка. И здесь тоже растопташка. Давай, крысиный, да ладно тебе. Ну ладно, хотя бы заблокировал спас. Чё происходит-то? Вот этот Донателло, он вечно как этот, как зануза в заднице. Он постоянно выживает при любых условиях. Что Леонардо бомбит там своей супер-вертушкой, он выживает. Что здесь его бомбят, он выживает. Крепкий малый, согласись. По-моему, самый сильный из всех Донател. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас тут Хагаги Грэхэм. Ну, я думаю, что, наверное, опять Джером здесь будет слабое звено. Слабое звено. Блин, вот эти вот самые слабачки у меня, если честно. Поэтому надо будет их прикрыть. И сделаю я это с помощью... Подожди-ка, с помощью Рахзара, наверное, да? Попытаемся. Я попытаюсь, ребята. Сделаем сразу Рахзару провокацию, да? Просто моментально, молниеносно. Так, хиллер у них здесь Рафаэль. Поэтому это как бы первая жертва у нас будет. Отлично, ну-ка пробьешь его. Усаги, а? Что-то не... Что это, ребята, за такая рифленая фигня? Мне не нравится, как это все выглядит. Добьешь, Кирби, молодец. Давай-ка. Массовый, о! Отлично. Так, и смерть с небес, наверное, мы сделаем с тобой карайки. Опа. Так, снимает дебафы. Молодец. Подсуетился, так сказать, вовремя. Не-не-не-не, успокойся. Лео, успокойся. Смотри, что творит, а? Мы можем хинуться, но зачем? Нам этого пока делать не надо. Минус Лео. Дальше минус Крис. Ну и остается Микеланджело. Массовую атаку применяет. А, жулик. Мы с тобой хильнемся с помощью Кирби. Плевок. Ах ты. Ну, добиваем его, ребят. Оу, погоди. Рахзар не справился с добиванием. Я офигею, блин. Я вот иногда просто в шоке, ребят. Я, конечно, понимаю, что есть эти супер удары там, например, по одной из стихий, по другой. Но чтобы вот так вот ложануть на 30 уровней сильнее его и просто... обделался. Это для меня, конечно, новинку. Так, мы с тобой всего не 2 звезды, 73 ранг. Нам нужно с тобой еще провести 2 боя, судя по всему. И мы перейдем с тобой всего на 3 звезды. Это будет великолепно. Так, кто у нас тут слабый? Я думаю, что будет Бен. Возьмем с тобой Бена. Героев пока еще, ну, вроде бы как хватает. И в то же время не хватает. Но мы с тобой сделаем немножко по-хитрому. Возьмем Зека. Остальные, в принципе, должны выдержать. Тут хоть и Бибоп, и Кирби. То есть у них и хил есть, и ускоряшка есть, и Рокстеди. Но я думаю, что мы все-таки здесь их опередим. Во-первых, у нас замедляшка еще есть. Плюс массовая атака от Паукуса. Плюс Карайка-змея крик свой делает, замедляшку опять же. И добивает, конечно, змейковьюн. Вот так вот. Идеальная победа. И сейчас посмотрим, на какое место мы с тобой приземлимся. То есть нам нужно еще сделать с тобой один бой, чтобы перейти в Лигу Сегунов 3 звезды. Да, 32 место. Отлично, идем. Здесь у нас будет слабое звено Малу. Ну что же, Малу, давай. Тут у нас пошла вся имба. Ё-моё. Тут шансов уже на последних наших персонажах, конечно же, нет никаких. Даже последний бой будет у нас просто изейший. Мы с тобой сделаем вертушку от Леонардо, и они все упадут. Ну, давай, 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 давай. Ух, нормуль. И добивочный, скорее всего. Ай. Слушай, ну этот Бибоп, да, который в костюме кролика, он тоже довольно сильный и крепкий. Ты заметил это? Так что, друзья мои, делайте выводы, кого мы будем с вами переводить в следующий ранг. Ну, да. Друзья мои, вы заметили, что мы с вами зачастили при бусте, именно вот в тот же день, когда у нас идет откат, переходите в Лигу Сегунов 3 звезды. Это же великолепно. Такое раньше очень-очень редко получалось, сейчас это, ну, практически стабильно. Так, ну что, Савушка против нас, да?
Савушка, да, у нас больше с тобой ничегошеньки нету. Получим, конечно, немножко мало кубков, но тем не менее, главное, что мы закончим с вами на Лиге Сёгунов 3 звезды. Че, уклонение? Да зачем оно нам нужно? Тут, в принципе, с полточка их так и так всех пробьем. Сейчас только дождемся до Лео, и все, ребята, он сейчас тут всех... Чик! Всех. Вот так вот и не всех, ребят. Все. Тут у нас победушка, как говорится, в кармане. Ой, остается посмотреть только на каком мы с тобой месте будем. Ну-ка, порадуйте меня. Ну, где-то место 70-е будет, да? Да, 76-е, отлично. Ну что, друзья мои, я хотел еще посмотреть, что у нас будет за испытания. Какие? Оу, ярость Рафа. А вот, кстати, и Рафаэль, подожди-ка секунду. Я ведь ничего не путаю. Давай посмотрим. Рафаэль фильм. Где он? Да. Вот, видишь, одного ДНК не хватает, чтобы мы могли его перевести в пятую золотую звезду. Поэтому давай уж тогда сделаем вот это испытание. Я думаю, вы будете не против, да, друзья мои? Нам нужен будет вот здесь ДНК, вот от этого ДНК. Ну, от остальных практически тоже нужно будет ДНК. Единственное, кто у меня прокачан, это наш самый главный Рафик, провокатор. Так что, я думаю, есть смысл приступать. Ну что, поехали? И кого нам... Ой, а что нам так... Что нам дали таких слабых персонажей? То есть, это испытание я пройти полностью не смогу. Потому что ты сам прекрасно видишь, кого мне дали. 60-х уровней. Всего лишь-то. Ой, зачем мне... А, ну, в принципе, ладно. Ребят просили, чтобы я побыстрее их проходил, да, массовыми атаками. Я, пожалуй, так и буду делать. Ну, давай. Эти, тут массовой атаки нету. Так что придется вот так вот делать. Давай, баллончик свой бросай. Бабах, отлично. Переходим на последнюю, третью волну. И у нас... Ну давай вот так вот, замедлим их. И провокацию. Так, и поджог, наверное, их всех уничтожит. Изи. Вот, друзья мои, главное, что я заработал ДНК на Рафаэль фильм. Это говорит о том, что мы с вами его сможем прокачать. Правда, там нужно, по-моему... Тоже сюрики? Или там нужен только мутаген? Я не помню, посмотрим, короче, с вами чуть попозже. Вначале мы дойдем до нашего предела. Докуда умудримся? Так, крысеныша, да? 20 уровень, ладно. Опять же массовая атака. А двигаемся с тобой далее. Так, кожеголовый, тля и слэш. Ну, давай вот так вот сделаем. Просто ради понта. Ну, тут, может быть, вот так вот сделаем, да? Добьем поодиночке всех. А уже на третьей волне просто сделаем с тобой... массовую атаку. Кем? Да тем же самым, например, Кейси Джонсом. Бросим флакончик, да и все. Так. Бросим флакончик. Я разобрал половину отряда уже так, в рукопашку. Ой, а тут баллончик не сработал. Так что, друзья мои, хочешь не хочешь, придется их вот так вот бомбить по одиночке. Можно было бы, конечно, Рокстеди применить эту лампу паяльную, да? И просто их всех тут зажарить. Ну, и так выиграли. Ладно, двигаемся с тобой дальше. Смотрим, у нас с тобой будет третий эпизод. Рафаэля получили. Слушай, да куда мы дойдем? Наверное, вот до сюда. Это максимум, до четвертого эпизода. Потому что, видишь, уже 35 уровень, а на следующем бою будет 45, а там же 55. Наверное, до 55-го. Это максимум, что нас с тобой ждет. Так, ну, паукус как самый сильный здесь, естественно, всех валит с одного, как говорится, броска паутинки. Так, здесь, ну, можно дебаф повесить, в принципе. А можно своими этими финками, хоп-хоп. На самом деле, не очень похоже, да, что у него в руках два этих ножичка. Больше похоже на какие-то палочки. Так, ну, сделаем поджог с тобой. Нормуль. Переходим на последнюю, третью волну. Здесь у нас Рафаэль. Рафаэль, все Рафаэли, еще и паучки. Ой, паучки, тараканы. Ну, давай вот так вот сделаем. Хоп-хоп-хоп-хоп. И лежит парень, отдыхает. Даже здесь не справился, а? Что ж так-то, паукус? Да ладно, ты серьезно? А если так? Опа, готов. Так, валуном попробуем прибить Рафаэля. Вряд ли, конечно, получится. Но пол хп отняли. Провокацию берет. Я надеюсь, у тебя нету контр... Да ладно. Ускоряешь?
А, он замедляет нас. На тебе. Давай вот так вот. Дебаф. Так, защиту понизили. Лови шайбу-гранату. В кого он там бросает? Ага, в Кейси Джонса. Решил отыграться на нем, да? Нет, Рафаэль, не в этот раз. Все, друзья мои, выиграли мы здесь. Но опять же, уже было сложновато маленько, потому что ты видел, сколько Монтес получил урона? Вот так-то. Но, тем не менее, мы с тобой получаем Рафаэль видение. И хотелось бы, конечно, получить вот на него, на этого Рафаэля ДНК, потому что он тоже, ребята, очень-очень близок к тому, чтобы проапаться. Там, по-моему, не хватает 11 или 12 ДНК. Ну что, крысята, получите. Двигаемся с тобой дальше. Так, тут опять же три волны. Железноголовый здесь. Ага. Давай-ка, наверное, сделаем дебаф. Снизим им защиту. Бросим баллон. Ага, вот так вот. Так, у них и меткость понижена. Отлично. На самом деле очень хорошо. Поджог. Так, этот, по идее, должен отдуплиться, если выживет. Если не наш ход, точнее, будет. Да. И мы переходим с собой на третью волну. Так, вот этот Рафаэль противный. На самом деле, вот этот вот. Так, а этот у нас хиллер, ко всему прочему, еще. Ну-ка, если так. Ай-яй-яй. Придется, наверное, брать нам провокацию, друзья мои. Так, валуном добьем, интересно, или нет? Отлично. Так, вот этого надо, Рафаэля. Да что ж ты будешь делать? Так, таракан, успокойся. Ну давай ножичками, фиг с ним. Да, а, он провокацию взял. Я этот момент упустил. Да что ж ты будешь делать, а? Так, по кому он сейчас рубанет? Угу. Ну, конечно, по крипу, потому что он в провокации. И мне не нравится вот этот вот поворот дела. Ты посмотри. У нас с тобой мало здоровья. Так. Что-то, блин, не получается у нас с тобой, а? Ну-ка, бросим бомбочку. На, таракан выжил. Слушай, мы могли бы, конечно, с тобой хильнуться. Вот что я подумал. Ну, паутинку, если. Отлично. Добьешь? Не, Рокстеди не добивает. Так. Ой-ой-ой-ой, кого подожжет? Крипа? Ну, конечно же, кого он еще будет бомбить? Ну, добей его, Кейси Джонс, хорош уже. Все, отлично, ребята. Так медленно падает в этой, в невесомости, как будто бы. Ну что, последний, наверное, будет у нас сейчас поединок, потому что дальше уже, ну, просто труба дела. И 55 уровень. Хо-хо-хо-хо-хо. На самом деле тут очень опасно. Придется, наверное, Кейси Джонса убрать. Слушай, мне кажется, вряд ли мы здесь выиграем с тобой. Один паукус тут вряд ли затащит 60 уровня. Попытаем. Грибы сейчас будут первым ходить. У нас с тобой еще в этом отряде, как ты понимаешь, нет хила. Жестко. Ой-ой-ой, крип. Крип получает очень много урона. Да и чтоб тебя. В провокацию я не вижу смысла его ставить. Да ну, ты серьезно, что ли? Трындец просто, ты посмотри. Только пауку сможет справляться с ними, ты представляешь? Ну, вау. Неплохо мы грибочку этому зарядили сейчас. Так, осталась крыса. Это только первый поединок. Еще два впереди. Еще два впереди. Так, уничтожили. Каких еще два? Три, друзья мои, три. Так, мутагеноидные белки, ё-моё, выговоришь. Аж язык сломаешь. Так, они сейчас что будут делать? Они, по-моему, провокацию делают, да. Они делают провокацию. Че, неужели мне крипа ставить в эту, в стойку? Да не хочу я, на самом деле. Давай поджог включим. О! Так, этот трупец. А это все рок, кстати, хочет. Блин, еще и постепенный урон повесил, а. Постепенный урон еще повесил. Блин, плохо. По-моему, тут без потерь не обойдемся мы с вами. Ой-ой-ой, гриб. Два гриба. Нет, тут надо вот так вот делать.
Да-да-да, по любаську. Так, валуном. Так, этот гриб надо добить. Блин, я не хочу в провокацию ставить. Но если не поставлю, я боюсь, что Рокстеди погибнет. Нету выхода, друзья мои. Нету просто какого-то выбора. Кожеголову надо, наверное, в первую очередь забомбить. Ну, попытаться. Он сейчас массовую атаку еще сделает. Ай-яй-яй-яй-яй. Так мы можем с тобой крипа потерять. Дебаф. Так, провокацию берет кожеголову на себя, да? Все, ребят, крипу крышка. Еще удар по нему и все. Жаль, очень-очень-очень жаль. Ну, я, в принципе, ребят, не удивлен. Это должно было случиться. Мы также с тобой, наверное, да, потеряли Рокстеди. А Паукус один не справится. Не сможет. Что-то у них тут слишком большая провокация и очень... Сейчас будем мазать еще с вами, потому что у нас меткость понижена. У них, кстати, очень быстро дебаф почему-то сошел, который я вешал на них. О-о-о, как все печально, ребят. Как все печально. Нет, четвертую волну мне не удастся победить тут. Тем более Рафаэли практически все. Плюс этот задрипанный таракан. Нет. Ну, я говорил, докуда смогу пройти. Ребят, до туда пройдем. Да, Паукус очень самый сильный здесь персонаж был. Но, понимаешь, да? Да, но Пауксе далеко не уедешь. Грустно. Грустно, что вот так вот дали нам персонажей таких слабых. Конечно, хотелось бы получить их всех. Почему-то мне казалось, что раньше я, по-моему, все это проходил. Но, видишь, не судьба сегодня, ребята. И у нас еще борцы с преступностью будут. И тут у нас Пит, который мне нужен будет. Так, Роквелл, да, нужен будет. Кожеголовый и Слэш. А кого дадут? Так, уберем вот это вот все. Ну, так себе я тебе скажу. Ну, тоже не пройдем, скорее всего, друзья мои, полностью это испытание. Что-то как-то не везет нам на выбор персонажей. Но зато у нас... Так, посмотрим, где у нас... Подожди, я, может быть, что-то ошибся? Нет, вот, друзья мои, Рафаэль, фильм, все отлично. 10 тысяч мутагенов всего лишь нужно, и мы его повышаем до пятой звезды золотой. Вау, мусорный тетрис. Раф бросает во врагов старый холодильник. Разрушитель. Увеличивает силу атаки на 10%. Кстати, я видел этот суперудар. Только вот я не помню, он массовый? По-моему, массовый. Разрушитель — это значит вроде как массовая атака. Тем паче. Тем паче, это хорошо. Тем более можно его будет улучшить, если мы найдем с тобой 10 ящиков с инструментами. Сегодня вообще какая-то серия у нас замечательная. Вот этих бы еще прапать. Но 9000 сюриков нужно, естественно, у меня пока этого нету дела. Так что, ребят, напишите в комментариях, кого из этих героев лучше всего прокачать. В первую очередь, естественно. Ну что, у нас тут еще есть одни осколки, да? Ну, это я, наверное, сделаю за кадром. А в следующей серии мы, наверное, с тобой, ну, как обычно, аренку поиграем. Попробуем поиграть борцы с преступностью. И, может быть, там посмотрим уже по времени. Пойдем с тобой в смятение из другого измерения. И нам пройти этот уровень осталось, да? И вот это все, и будем с тобой уже брать ДНК на наших черепашек. Ну а на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.